Всем привет, друзья, канал Масалин. В работе у нас Toyota Camry. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор. Ведь на полу в багажнике таких вот несколько кусков вибропласта. На задних арках по небольшому квадрату почему-то. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. Задние крылья голый металл. Крышка багажника тоже голый металл. По дверям смотрим. Задняя дверь. Небольшой кусок вибры. Передние двери. Также небольшой кусок вибры. Слышите, как звенит. Лишь пол более-менее вибропластом обработан. По мнению владельца, очень шумный автомобиль. Крыша ведь тоже голый металл. Готовим поверхность и приступаем клеить первый слой. Так, друзья, показываю, что мы проклеили на Camry. Двери проклеили первым слоем. Вибропласт толщиной 3 мм. Передние двери проклеили второй слой. Тут у нас шумопоглотитель. Толщина его 6 мм. Всего их будет 4. По крыше. Проклеили первый слой вибропласт и приступили клеить второй слой шумопоглотителя. Смотрим дальше. Так, друзья, закончили клеить вибропластом пол в багажнике. Проклеены задние арки, крылья на Camry. Проклеена крышка багажника. Ручки все тщательно прокатали валиком. Двери проклеили еще двумя слоями. Третий слой у нас вибропласт. Толщина его 2 мм. И четвертый заключительный слой шумопоглотитель, толщина его 15 мм. Также закончили работу по проклейке пола салона. Смотрим дальше. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Toyota Camry. Проклеен у нас шумопоглотителем пол багажники, проклеены задние арки, крылья. Также закончили клеить пол в салоне. Остается нам собрать. И автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!